Всем-всем доброго вечера. Все, утомились. Утомились, миленькие, да? О, а тут, посмотрите-ка, две грозных самки, мать и дочь. Спать пора. Что это мы ворчуханьем занимаемся? Ты ворчать у меня научилась? Ты маленькая чуха-ворчуха стала? Что это за безобразничество? Ворчит она. И это тоже. Звездочки. А ты тут что нашла? Господи, что ты нашла маленькая? Да? Скажи, феюшка, я вас всех зову спать. Да? Скажи, завтра праздник, будем получать подарки. Мы же девочки, да? Да, будет завтра праздник у девчат. Да? Ты должен будешь поздравлять всех. Ты же мальчик. Да. А ты принимать поздравления. И Милуська, и Лялюшка, и Вегушка, да? А сегодня все, пора всем спать. Донечка, Донечка, звездочка, идем спокойной ночки говорить. Идем спокойной ночки говорить. Да, и Буся пришел всем доброй ночи пожелать. Да, доброй ночи, приятных снов. Чтоб все выспались, набрались много-много сил. И завтра... праздник отмечали все, да? Ай, Буся, она говорит, мамка, гладь меня, гладь. Это твои зюкалки на мне. Удобно на мне возюкаться? А это кто там ругается? Милусенька. Милусь. Это ты, Ау? О, Аф, она говорит. Ты на всех ругаешься и говоришь, всем спать, хватит грызть кости, да? Научился он скакать и прыгать. Такой деловой весь парень. Такой деловой, шоколадный наш. Ой, ну а ты, тебя, говорят, окрас называется коровка. Так что ты у нас маленькая, ушастенькая, глазастенькая коровушка. Да, вот такая вот. Ну, а мы всем желаем спокойной ночи, приятных-приятных снов. И до завтра, наши дорогие.